с вами Динара, и вы на моем канале, и вы уже догадались, где я. Я у бывшего ресторана «Серебряный кит», который больше года назад затонул в Петербурге. Это было в марте прошлого года, сейчас заканчивается май. И у меня на канале есть большая рубрика о его жизни, о том, что с ним вообще происходит. И из самых главных новостей то, что еще в середине ноября его обещали полностью демонтировать. Сейчас уже середина, почти конец мая. И та-да! Он все еще здесь. Прошло уже полгода, и это очень сильно затянулось. Последний раз, я уже даже не помню, когда я сюда приезжала последний раз, но в конце я ставлю ссылки на все свои видео про серебряного кита. И что сегодня по изменениям? На самом деле сегодня уникальный день, просто глобально, я бы сказала, потому что раньше такого не было. В общем, с самого основного, судя по всему, его начинают уже наконец-то поднимать из-под воды, потому что приехала вторая баржа, второй плавкран, вот на том берегу, и теперь они стоят с двух сторон кита, а также сам кит, в него начинается, судя по всему, выкачиваться вода, потому что... Ну, он же был под водой, получается, и теперь он всплывает, и один борт уже всплыл. В общем, давайте посмотрим с других мест, чтобы сделать выводы более ясными. Мы сменили ракурс, и, видимо, реально кит одним боком всплыл, потому что стала видна обшивка, которая, облицовка была, видимо, под водой. Также, в принципе, видно, что один бок наклонен сильнее, чем другой. И чтобы кит полностью не перевернулся и все из него не вывалилось в Неву, он закреплен тросами на берег, который, кстати, берег очистили, видимо, чтобы потом кранами кита поставить сюда. Но непонятная тема с откачкой воды, потому что шланги явно идут из-под воды, из них как бы течет вода, но при этом один шланг направлен ровно в кита, и получается, что вода заливается обратно. Но это странно, и пока мы не слышали никаких новостей о том, что будет идти дальше, поэтому сегодня 22 мая, и посмотрим, что будет дальше. Наше видео подошло к концу, и это очередное видео, которое оказалось не последним, потому что это все еще не конец. Я каждый раз думаю, что это видео точно будет последним. Но, в общем, оставайтесь, следите за тем, что происходит. Я обязательно приеду еще раз и покажу ситуацию. А также смотрите предыдущие видео, если вы их еще не видели. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и на телеграм-канал, где я выставляю все в режиме реального времени. Пока-пока!